В Минспорте Дагестана предложили назвать Каспийский стадион «Труд» именем олимпийского чемпиона по вольной борьбе Владимира Юмина. Сейчас спортивный объект ждет капитальная реконструкция. Строительство запланировано в два этапа. На первом будет построено административное здание и 4 теннисных корта. А на втором этапе возведут футбольное поле с трибунами на 3000 мест, проложат беговые дорожки и другие площадки для игровых видов спорта. По словам руководителя спортивного ведомства Магомеда Магомедова, Владимир Юмин, как никто иной, заслуживает, чтобы этот стадион был назван его именем. Титулованный вольник, почетный житель Каспийска, с юношеских лет он жил и тренировался в этом городе, а также работал на заводе «Дагдизель». Мы выступаем инициативой присвоит стадиону имя Юмина Владимира Сергеевича, прославленного дагестанца, олимпийского чемпиона. И мы надеемся, дагестанцы, особенно каспичане, поддержат нас с этой инициативой. Завершить реализацию инвестпроекта планируют до 2022 года. Напомним, что прежде спортивный объект находился в собственности завода «Дагдизель». Но благодаря усилиям руководства региона стадион удалось закрепить в собственности Минспорта республики. Объект после капитальной реконструкции станет народным, то есть бесплатно доступным для горожан.